Plexus dreamed about Lexus. Plexus мечтает о Лексусе. And welcome to Non-Stop Driver. Live long and prosper, comrades. И приветствую вас в игре «Неостанавливающийся водитель». Постсоветский, да? Вот как бы реальность на переднем плане и мечта на заднем плане. So reality and the front and the dreams like behind. Знаете, это Lada Racer Club 2, да? That's Lada Racing Club 2. I guess let's try how it is driving. Ну что, посмотрим. Oh, we can customize. Можно даже как-то видоизменить. Body height, высоту. Oh, really? Серьезно? Oh, I want that. Я хочу вот такую приподнятую, знаете, как Tarzan. That's Tarzan modification, you know. Now the color, цвет. Okay, it needs to be more pretty. Должна быть какая-то более классная. Окей, okay, where is shining, так, чё, окей, okay, yellow, пусть будет жёлтая, body skin, так, oh, so there is, no, can I turn off, а можно ли это выключить? Okay, just new body skins, но никаких скинчиков не надо. Ultra driver, ultra водитель, no, just colors, просто цвета дайте мне. Bumpers, передние бампера. Oh, that's like Need for Speed. Вообще, как в Need for Speed, огонь. With that bumper I can kill somebody. С такими бамперами я могу кого-то убить даже. Yeah, why not this? Почему не вот такой? Back bumper, давайте-ка задние бамперы. Let's start with the tuning of Lada Sputnik. Что? Начнем тюнинговать Ладу Спутник. Девятка, моя вишневая девятка. Okay, that's the maximum to maximum. Well, this is kind of okay spoiler. Ну вот типа такой спойлер, почему, ну, вернее, бампер сзади. Okay, color, цвета. Oh, we can change the colors. Можно цвета поменять. Red. Red, that's weird. Красный, это очень странно. Okay, let it be. Hood, капот. That's really weird, очень странно. Yeah, that's definitely like Need for Speed. Точно Need for Speed. Oh, and it's so awkward. И настолько странный, насколько только можно. Колхозный Need for Speed. Колхозный Need for Speed. Yeah, those are definitely taken from Need for Speed series of games. Oh, that's so mean. Такой злой. Okay, can I select the color? Можно цвет поменять. That's awful, ужасно. Это ужасно. You know, I'm not the graphics, it is the taste of the developers of this game. This is not fitting, the majority of parts are not fitting this car at all. Понимаете, большинство запчастей этой машине вообще никак не подходят. Ну вообще, ну вот что это такое? What that the hell? Does that fit? Это вообще хоть как-то, ну хоть немножко подходит машине. Вот это что такое? What's this? Oh, that's awful. Это ужасно. No, like this one. Вот это. Ну, ну что это такое? That's car. You know, this is like you taking a car and making it actually worse than it was. Знаете, здесь как бы дизайн обычно он сделан для того, чтобы сделать свою машину круче, чем была. Но в этой игре у нас получается, мы делаем свою машину хуже, чем она была. Oh, that's awful. Это ужасно. Okay, maybe black. Возможно, чем... Can this save at least? Ну, может хоть что-то спасти ее. I don't know. What can save this car? What can save this tuning? Еще, чем... Ну, что может эту машину спасти? Ведь вы знаете, Lada вообще-то девятка не такая плохая в реальности. You know, Lada, this vehicle is actually better in real life than it is shown here. Okay, I think this is the best. This is still awful, but that's the least awful from all. Знаете, все еще, конечно, жутко, но давайте скажем так, это не так жутко хотя бы, как было. Okay, yellow, red, желто, черный. Okay, maybe. Maybe this one is better, возможно, так даже лучше. Ну, это классическая девятка, yeah, that's maybe red, красный. Okay, let it be like so. Ну что, пусть будет... Rims, можно еще что-то делать.
О, серьезно, можно еще эти самые диски делать. What? Что? What is this? Что это такое? О, мой... О, my dear Stalin. Сталина на вас нет, ребята. Сталина на... What's this? Что это такое? You know you know the tractors has this kind of wheels. Вы знаете, обычно у тракторов вот такая проблема, ну, специально сделать схождение, развалку этих самых колес. Окей, rim selection. Мы можем выбирать диски, конечно. Окей, why this is everything is so awful? Почему все настолько ужасно? How that even possible? Like every part makes this game like this vehicle worse. Любая часть, вот которую не возьмешь, она делает эту машину хуже. Я не знаю, как это умудриться так. Окей, let it be so. Ну пусть вот так вот будет. Окей, аксессуары. License plate text. Так, у нас это самое. Как его? Надо написать что-то на номере. Call Hose. Yeah, this would be nice. Okay, top access. Taxi, такси. Oh, there is a top accessories даже сверху есть. You know, that's fine. Ну, вот это что-то нормальное. Говно, говно не испортишь. Yeah, you cannot make a shit worse than this. Like a normal car looks awful. Да, нормальная машина выглядит уже ужасно. Окей. Такси. Of course the taxi. Ну, конечно, такси у нас будет. Окей. Let's drive. Ну что, погнали. I can go to garage. Кстати, можно зайти в гараж и посмотреть на наше чудо. And I see my body. Я вижу свое тело. Смотрите, look. This is... You know, this is not that bad looking. Ну, вообще-то не так-то плохо. And off-road is nice. Ну и внедорожные возможности больше. And why this is not breaking those, you know, lights? Forward lights. Почему оно не меняет внешний вид передних этих самых фар? Okay, I can look here. Можно вот так вот посмотреть. No, actually this looks better than in menu. Не, кажется, в меню она выглядит хуже, чем здесь. Or maybe like my taste is already spoiled. Или мой вкус просто уже испорчен. Let's drive. What's written there? Что там написано? In full version, в полной версии. Seriously, серьезно? That's so important. Это так важно. Okay, behind. Колхоз 2000. Yeah. Окей. Main menu. В основном меню пошли. And where is the other car? А где другая машина? Full version features. Так, способности полной версии. 150 километров дорог. 150 kilometers of road is ready. But will be detailed. Но будет детализировано. Multiplayer. Checkpoints. Different obstacles, разные преграды, day-night cycle, день-ночь смена, car performance customization, еще что-то кастомизировать можно, different regions, разные регионы на карте, different maps, разные карты, and more, и больше. Tractor, I want to see the tractor, я хочу увидеть трактор Беларусь в этой игре. That's definite. Знаете, тюниновать, вот этот тюнинг, который есть, по-моему, на белорусов будет классно. И золотой цвет сделать для него. And you know, the tractor Belarus in a golden color, that would be a nice tuning for that vehicle, that would be amazing. То есть это вообще будет прекрасно. Drive, let's start drive. Ну что, погнали. Ведь поймите, тюнинг как здесь классен. Я потратил 10 минут на тюнинг. If you slow down, you die. If you speed up, you live. Короче, если ты остановишься, ты умрешь. Поэтому жми и выживешь. Колхоз 2000. Нужно еще песню Владивосток 2000, знаешь, включить. Yeah, you know, there is, you need also like some awkward Russian songs, and that would be perfect. It would be вообще идеально. What they are doing? Что они делают? What happened? Что произошло? О, ретро, давайте-ка еще раз. Can I change the camera? Можно ли камеры поменять вид? И,
Oh, yeah, I can, да, я могу. So that's better. Это хорошо, вообще вишневые девятки. Сидеть, всегда мечтал иметь свою вишневую девятку. Always dreamed of that car, you know. Always dreamed. Colhos 2000. Colhos, that collective farm means. So, Colfarm. That's supposed to be translated on English. Okay, right now that's good. But it is better to play, you know, those new retro, retro wave sound game. What's happened? Bone exploded, you should be faster. Нужно быть быстрее. How I can be faster? А как можно быть быстрее? I did not crash anywhere. Я никуда не врезался. And... So, C change. While vehicle health, так это за ghost mode, какой-то призрачный режим. Okay, speeding up, ускоряемся. 13, 12, 12. 10 seconds, 10 секунд. 300, 130, 150, 150. Oh no, oh нет. Retry, еще раз попробуем. That's not fun to play. Вы знаете, неинтересно в нее играть. Вот честно скажу, неинтересно. Тюнинговать было больше интересно. You know, tuning that car gave me more pleasure than actually playing this game. Oh, turbo, okay. What's happening? Что у нас происходит? Что-то ускорилось. 10 seconds, 9 секунд. Okay, 130, 130, 150, 150, 5 seconds, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1, 1. Distance traveled. Bomb exploded. You should be faster. Ага, типа мы прошли 852 километра. Такой вопрос. А зачем 150 километров дорог для такой игры? Why you need 180 kilometers of road for this kind of game? I don't understand. Я не понимаю. Okay, speeding up. Ускоряемся. На тракторе это было бы лучше. Я в реальности на тракторе сдавал права и ездил. Когда ты едешь внутри трактора, ну вот про относительность скорости трактора отлично доказывают. Когда ты смотришь снаружи и смотришь на трактор, видишь, как он медленно едет, да, и так вообще, тут вроде пешком можно обогнать. Но, когда ты внутри трактора, ощущение такое, словно ты гонишь 300 км в час, непередаваемое ощущение скорости. И вот эта игра может передать, если заменить ладу на трактор, это будет потрясающе. Yeah, you know, I actually passed exams and I have license on the tractor driver. And I can play, and the tractor is perfect explanation of, you know, those rules of relativity theory about the speed. When you look at the tractor outside, you see how slow this tractor is. But... If you are inside the tractor on the same speed, you will feel like you are driving much faster, like 300 kilometers per hour, especially if you do that on the old tractor. So that proves the Einstein relative theory is true. And if we apply the Einstein theory about impossibility to overcoming the speed of light, that also would be true because you cannot travel with the speed of faster than speed of light on the tractor. Вот знаете, что еще я скажу про Эйнштейна? Эйнштейн был прав в своей теории относительности не только насчет скорости, в зависимости от того, откуда смотришь на скорость, передвигающийся объект, да, что если ты внутри трактора, то у тебя ощущение, что ты летишь 300 км в час, а если снаружи трактора, что ползет 15 км в час, да, то есть вот относительность скорости. Но еще Эйнштейн был прав в том, что невозможно превысить скорость света, если ты едешь на тракторе. Это абсолютно правильно. Okay, main menu, в основном меню пошли. Why that BMW on the in full version? Ah, в полной версии у нас будет BMW. Okay, got it. In full version we would have that BMW. So this worth buy it. В общем, все деньги готовы заплатить за эту игру. Потрясающая игра. Ну, мне понравилось только вот сам тюнинг, как делать, мне понравился. Он, конечно, ужасен. Но это было, по крайней мере, весело. В остальном игрушка совершенно неинтересная, вот, и, ну, как бы,
С трактором было бы интереснее. So yeah, the game is not worth it, but I recommend you to buy to spend all your monies on it. And you know, tractor would be better suits this game definitely. So the developer should think about making the racing on tractors. Поэтому разработчику стоит задуматься над тем, чтобы делать гонки с взрывчаткой на тракторах. По-моему, это будет более перспективно. Live long and prosper. На этом все. Живем и процветаем.